Серьезность осознаю на 100%, потому что занимаюсь не только спортом, но и хожу на сутки, заступаю на дежурство. Действующие сотрудники, выполняющие каждодневный долг, рискующие жизнью, готовы показать свое техническое мастерство, продемонстрировать это на ринге. Дело в том, что в спортивных залах выковывается основное, друзья, это морально-волевые качества. Бои пройдут по правилам служебного единоборства. Стержнем этого служебного единоборства является то, что мы приучаем сотрудника побеждать, доминировать на ринге, тем самым формируя у него волевые качества, желание победить. Наша академия участвует в организации. Также наши спортсмены академии представляют файт-карт данного турнира. Но я скажу, что мы хотим больше, наверное, других воспитать звезд. Наша задача не просто драться, а наша задача читать, видеть своего противника.